Программу привезли в Рязань, интересную, неплохую. Программа такая, как бы история звука ДДТ называется. То есть будут звучать песни сначала основания группы 80-х годов, которые мы очень давно не играли. Некоторые вообще с тех пор не играли. Песни 90-х годов и совершенно свежие песни нулевых, нынешних времен. То есть программа такая широкая, большая, интересная. Много старых песен, много новых. То есть будет, надеюсь, интересно, да. Привезли с собой 3 трейлера с аппаратурой, как всегда, будет хорошее качество. То есть приходите, друзья, споем, станцуем.